Митинги оппозиции в Армении не могут изменить ситуацию в армяно-азербайджанском урегулировании. Как передает Ахар Ас, об этом заявил эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов. Мы понимаем, что даже в случае гипотетической, но, на мой взгляд, совершенно невозможной победы оппозиции, произойдет новая война. Но кто ее допустит? Даже в случае гипотетической войны Армения в очередной раз будет разгромлена, потому что ситуация с ее вооруженными силами не улучшилась, в отличие от ситуации с вооруженными силами Азербайджана. В Армении в связи с митингами сама оппозиция не предоставляет населению своего видения будущего. Непонятно, что она вообще, какую жизнь предлагает, кроме реванша по Карабаху. Оппозиция критикует Пашиняна, но ответ на то, а что будет, если вы придете к власти? Это скорее митинги недовольства, чем протесты за какое-то альтернативное видение будущего, отметил эксперт. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.